новые лица в рамках Е-Ninjas. Артем, если кто-то еще не знает. Ольга. Да, Ольга, мой, так сказать, боевой брат по оружию. В рамках кооперативных игр, о которых мы собираемся рассказывать сейчас, рассказывать позже и рассказывать, наверное, почаще. Чтобы не лезть там, на территорию Спейсмана, чтобы не лезть на территорию ребят из Gone Gold и вообще не лезть на нашу территорию. Да, тем более людей, которые умеют делать хедшоты. Да, хедшоты на бегу, серьезно. Ах, оставьте, мы будем стрелять не настоящих людей. Вот, а если серьезно, действительно, кооперативные игры – это что-то совершенно отдельное и лично мне очень-очень близкое, гораздо более близкое, чем любой мультиплеер, направленный на противостояние людей, там, догнать спейсмана и выстрелить ему в голову, нет. И в то же время не играть одному, потому что одному играть зачастую скучно, а тем более, если есть куча людей, которых ты любишь, с которыми ты готов общаться, которые тоже любят игры, самое главное. Потому что, что мы сейчас-то видим? У меня есть друзья здесь, друзья там, друзья в другом городе. И как собраться за одной приставкой? Где найти столько джойстиков? А зачем? Вот, и каждый, когда играет по отдельности, это очень неприятно, особенно если люди в другом городе. Я часто с этим сталкивался, когда ты давно сам, как это выглядело? Ну, привет, мы с тобой не виделись полгода, мы сейчас общаемся по скайпу, что у тебя нового? Ну, я прошел Хава, да. О, здорово, я тоже прошел Хава. Понравилось? Понравилось. Ну, и вот здесь всего один шаг остается до того, давай поиграем вместе, давай перепройдем Хава вдвоем. Перепройдем Хава вдвоем, втроем, вчетвером, может быть, у меня есть знакомый, у тебя есть знакомый. Пройдем на Legendary? Да, пройдем на самой высокой сложности, чтобы... Чего нам бояться? Чтобы подольше. Одной игры хватит надолго. В общем-то, из какой-то такой идеи у нас родились, ну, достаточно давно, я думаю, уже года полтора как назад. Мы никак не решались. Посиделки... Ну, определенная компания, скажем так. Есть костяк... Узкий круг ограниченных людей. Узкий круг ограниченных людей. Или ограниченный круг узких людей. Некоторые люди широкие, они поместились в кадр, поэтому мы остались здесь вдвоем. Мы поместились в кадр, с нами в кадр поместилось много чего интересного. Я думаю, после этого интересного мы, наверное, тоже не войдем в кадр. Трогай. Трогай реквизит. Давайте, наверное, продолжим. Тут все очень просто. Если вам нравятся кооперативные игры, если вам нравится собираться с друзьями, иметь единомышленников и, в общем-то, общаться с нами через монитор, оставайтесь. И будем как-то вместе развиваться, будем вместе пилить. Да, можете делать заказы, какие игры вы хотели бы увидеть, как они проходят вместе. Я думаю, мы будем играть сами. Вот, вместе пилить. У нас есть чем пилить. А что с какой-то дискриминацией? Можно пилить. Не трожь реквизит! Все, не будет трогать реквизит. А вот, будем вместе пилить, будем вместе стрелять, вместе умирать, поднимать, бегать. И стараться найти какие-то игры, ну, новые, может быть, даже не самые лучшие, но те, в которые весело играть. Вчетвером. Пусть там нет сюжета. Назовем многером, да. Да, потому что, давайте признаем, когда играешь с друзьями, за сюжетом ты совсем не следишь. Что кто сказал, да неважно. Есть такая тема в кооперативных играх, я поэтому предпочитаю сначала проходить игру в одного, узнавать сюжет, а потом уже проматывать видеоролики, когда кто-то кричит тебе голову через гарнитуру. Ты пропускаешь все важные сюжетные повороты и моменты. Он умер внезапно, а где он, да? Да, привет. Ты заметил, как у нас сразу мысли пошли о чем? Да, обязательно берешься слово. Ну, тут все очень просто. Там мало для кого секрет, наверное, что это одна из моих любимых игр, если не самая любимая. И в этом смысле мне очень понравилось, что сделали с третьей частью. То есть, конечно, мы кооператив мы проходили не один раз. Я штук 6, наверное, раз проходил кооператив первый лишь, там потом была вторая. А третья открыла глаза на что? Сбылись наши мечты, они услышали наши молитвы. Теперь можно играть с четвером. Да. Это очень важно. Я много раз замечал, что двое — это игры такие почти сингловые. То есть ты играешь один, но вдвоем. Ну да, и второй персонаж является настолько клоном первого или настолько как бы придатком, что его даже не замечаешь. Просто благодаря ему проходишь легче. Вот и все. Так что как-то нету какой-то втянутости в сюжет и самого желания перепроходить еще раз и еще. В случае с первой Гирс, например, ну и со второй тоже, мне всегда было неуютно осознавать, что главный герой, в общем-то, четверо. А играть можно только вдвоем. Ну, они там редко бывают вместе, если на то пошло. Именно поэтому. Именно потому, что разработчики не смогли их уместить. Но сейчас, в нашем уже, теперь уже 2012 году, стало появляться больше игр, рассчитанных на
еще большее количество игроков. То есть двое уже не предел. Если там в прошлом поколении консолей мы играли вдвоем чаще гораздо, чем вчетвером, то сейчас уже потихоньку... А совсем старым за одной приставочкой, потому что больше-то и не было. Ну, это было на самом деле очень здорово. Кто, кстати, не хотел поиграть в Manhattan Project, черепашки-ниндзя на 8-битах, вчетвером, пишет четверо, на самом деле четверо. Я думаю, мы еще как-нибудь попробуем. Если вспоминать игры, которые нам нравятся, конечно же, есть определенные такие мастодонты. Мы уже не один раз вспоминали Gears of War, а ведь помимо этого есть Left 4 Dead, есть Army of Two, всего вдвоем, зато как здорово. Есть замечательный Halo Reach, где наконец-то мы не являемся клонами спартанца, а можем создать своего собственного. Я, кстати, очень благодарен Halo именно за то, что как раз эта игра первая перестала стесняться разорванности между сюжетом и кооперативным режимом. До сих пор как-то наблюдается, что разработчики, в общем-то, этого стесняются. Как же у нас так будет два мастера чифа в игре? Да наплевать. Честно, наплевать. Мы даже не следим за сюжетом, когда играем в копи. Все равно, 4 одинаковых спартанца здорово. 4 разноцветных спартанца еще лучше. Не стесняйтесь этого, господа разработчики. Вы, в конце концов, дарите фан. А коп режим, он всегда отдельный. Это всегда не повторение того опыта, который ты получаешь, ну, проходя историю. Нет. Какая там история? И всегда возможно, что смотришь, что не только ты сосешь в определенном моменте. Извини за изображение. А я занимаю первые места. Между прочим, здесь очень сильно зависит от игр. Потому что вот если мне нравится Twisted Gears, я замечаю, что часто, ну, может быть, чаще, чем никогда, оказываюсь на первом месте. Когда мы, допустим, с Олей еще с нашими другими ребятами играем в Left 4 Dead, для меня до сих пор всегда загадка, почему я занимаю третье или четвертое место, хотя, казалось бы, я бегаю и всех убиваю. Ну, во-первых, ты всегда бегаешь и убиваешь всех, ты так думаешь на самом деле. В результате это все убийство достается мне, потому что я люблю Left 4 Dead больше, чем Gears of War, если уж честно. Да, наверное, дело в том, что игра все-таки любимая. Но вот если подняться на новый уровень абстрактности, мы сейчас вспоминали все это время почему-то одни только шутеры. Но прелесть в том, и за эти годы совместных игр и совместного ежемесячного поиска новых игр для кооператива, мы, в общем-то, не раз убеждались в том, что кооперативные игры, они не ограничиваются шутерами. Есть множество игр других жанров, в которых можно играть в кооператив. Да, например, если зайти в Xbox Live Arcade, можно найти много замечательных игр, таких как Castle Crashers, которые побили все рекорды, собственно, по скачиванию, и замечательный кооператив на четверых. В свое время это просто блокбастер был. Да. Первая большая скачиваемая игра. Или совсем недавний Guardian Heroes. Конечно, они успехают. Совсем недавняя игра для Sega Dreamcast. Недавно вышедшая в аркаде. Конечно, она выступает в первой игре, но все-таки тоже интересно. И весело смотреть на это беспредел, происходящий на экране, если честно. Да множество всего. Но те же черепашки-ниндзя, которые мы так мечтали поиграть, и теперь наконец можем скачать и увидеть. Не стоит ограничиваться, наверное, только Xbox Live Arcade. Есть, в конце концов, PlayStation Network. А в ней прекрасная, мне очень нравящаяся Dead Nation. Кооперативная игра, к сожалению, всего на двоих, но там это очень сильно обрадовано, потому что это хоррор. А есть множество там других игр и сервисов. В конце концов, есть Steam, в конце концов, есть VWare, в конце концов, есть даже какие-то кооперативные игры на портативных консолях и так далее. Это, в общем-то, все нам интересно, мы очень надеемся, что это все интересно вам. Мы намерены играть в игры популярные, в игры наши самые любимые. Мы очень много играем там в третьих Gears. Причем, в основном, именно в кооперативные режимы, которых она предлагает, ну, достаточно. То есть это можно кампанию проходить очень по-разному. Можно включать разные мутаторы, можно пытаться делать очень фановые, прикольные, веселушные побегушки такие. Да, например, цветочки вместо крови. Цветочки вместо ощущения. Огромные головы, убийство всех одним ударом приклада. Можно убить одним ударом приклада Брумка. Да, просто приходишь в режим берсерка и бежишь по карте и пинаешь все, что движется. Конечно, еще их поймать надо, они сами создают свой синергизм. Вот. И в таких комплексных играх в них всегда можно найти какие-то вещи, ну, которыми хочется поделиться. Как добыть что-то там, например, какой-нибудь ачивмент. Зачем что-то можно использовать? Искать новые способы получения кооперативного фана. А главное — это чувство плеча, игра в команде. Потому что хочется действительно играть, чтобы выигрывать вместе, а не одному набирать себе хэдшоты все. Брофи и сестра. В общем, оставайтесь с нами.
давайте любую обратную связь, мы постараемся что-то выдумать, мы постараемся что-то показать, мы постараемся не быть занудными и... Вспомнить смешные моменты, связанные с кооперативной игрой. Да, и будем все вспоминать, будем комментировать матчики, будем искать для вас и для нас новые игры, возвращаться к старым. Да черт его знает, в конце концов будем надеяться, что мы просто будем, и что вы будете с нами.